Привет, ребята, меня зовут Антон, мы продолжаем играть в The Binding of Isaac Rebirth, и на этот раз у нас будет челлендж под названием Доктор Фетус. В котором мы, понятное дело, за этого самого доктора играем. Челлендж, на самом деле, я думаю, будет очень сложный, потому что вот эти бомбы, они немножечко неадекватные. Они наносят здесь, как бы говорится, урона не так много, как хотелось бы, на самом деле. Потому что вот стреляешься... Вроде вражина должен откинуться, а нет, мухи да, мухи уничтожаются на раз-два просто, а все остальные твари, нифига. Причем я не знаю, можно ли как-то вообще повышать урон от этих бомб или нельзя, чего не знаю, того не знаю. И против быстрых противников не самый лучший вариант вообще, признаюсь честно. Потому что пока ты выстрелишь этой бомбы, пока будет бежать товарищ, очень-очень... Много времени тратится. Единственное только вот... понятно, у нас контролируемые бомбы. Вот это да, это действительно, это хорошо. То есть они могут помочь, реально, против тех же самых быстрых противников. Так, я не понял, как-то подозрительно быстро они все слились. Что тут? Это прикол такой? Почему здесь только тринкетов? Причем они все однотипные. И, насколько я понял, ни на что они не влияют, да? Да вообще. Ну, окей, тогда просто проигнорируем все эти тринкеты. Нафиг, от них толку все равно никакого. Нам по-прежнему надо найти секретную комнату. Только так. И никак иначе. Опа. Не, тролль-бомба, иди нахрен. И нахрен. Секреточка. Где у нас секреточка? Я думаю, здесь находится. Давайте попробуем. Нет? Не здесь? Это как-то даже подозрительно, слушайте. Подозрительно и странно. Я немножко бочку не заметил. Не самый лучший босс для бомб, на самом деле. Но ладно, я думаю, мы его сейчас завалим. Шипы зачем-то наступил я. Это ж надо так. Ты подумай. Сейчас будем полчаса с ними тут колупаться. Я вот вас уверяю. С этими засранцами гребаными. Идите взад. Ребятки, па-па-па-па. Как я урон только что не получил, я просто не понимаю. Ой-ой-ой, не надо тут так летать. Нехорошо так. Это все очень-очень неприятно. Я с вами тут не подписывался играть в танцы. По-быстрому. О! Заодно секреточку нашли. Потрясающе. Кстати, в таком месте, в котором я даже не предполагал ее найти. Золотая какашка, ну, окей. А ну куда без паучков-то? Почему мы не можем эту какашку разрушить? По какой причине? А, ну понятно. Так, ну у нас есть тринкет, который позволяет нам, по-моему, бомбу получать при подборе монеток. Ну нет, не надо. Мы лучше возьмем тринкет, который нам позволяет получать монетки. Только я не помню, каким именно образом, но позволяет. Так что будем с собой таскать его тогда. Так, какашка. Какашка, привет. Блин, вот я так и знал, что сейчас вот начнется вот эта вот поливалка. Нехорошая какашкина поливалка. Причем мы наносим смешное количество урона этому куску фекалия. Очень смешное количество урона. Поэтому мне доктор Фетус не нравится. Очень, очень сильно не нравится. Дико причем. Я из-за тебя какашку уничтожил, понятно? Вот как он успел по нам попасть? Вот засранец, ты подумай. Да на, это взаимно. Ты в меня слезами стреляешь, я в тебя бомбами стреляю. Говнёныш ты такой. На, съешь. Еще съешь. Я даже знаю, что он будет кататься несколько раз подряд, поэтому я уже заранее подготовился к этой встрече с ним. Привет. Ух. Блин, чуть только что сам урон не получил на ровном месте. Все, слился говно. Слился говно. Я выразился, конечно. Слилось говно. 7 монет, 2 ключа. Не, в магазин я не пойду. С таким сетом и с таким количеством монеток в магазин не идут. Было бы 8 монет, еще ладно, более-менее никуда не шло. А так, нафиг, нафиг. Приятный. Не люблю я селлера очень.
Потому что тут много пауков. Они даже при нормальных слезах, блин, отвратительные. Не говоря уже про уровни с проклятием и бомбы доктора Фетуса. Вообще жесть. Ну-ка. Вот так. Ну же. Говно ты несчастное. Больше слез? Это значит больше бомб, что ли? Так. S-card. Что это делает? Это карта задницы называется. Но я, честно, я не знаю, что она может делать. Давайте мы пока что подождем до магазина. Вдруг мы 15 монеток с вами надыбаем. И будет тогда замечательно. А можно не ждать, можно прямо сейчас пойти и все открыть. Ой, ты падла. Блин, вот столько говна в потемках, это реально стрёмно. Это очень стрёмно. Это дико стрёмно, невыносимо просто. Да хорош ты, блин, ну сколько можно, ребятки? Алло. Прекрасно, да? С вас хватит? Хватит с вас. Ну, ты великолепно. Так, секретка здесь. Да, секретка здесь, значит, можно в магазин просто так попасть. Камушков здесь нету, как я понял. Хорошо. Синеньких камушков больше. Опций на боссе. А у нас нету, к сожалению, такого количества монет. Нам еще нужно 4 монетки где-то найти. Причем обязательно. Ну вот, пожалуйста, вот вам и 4 монетки. Спасибо. Так, удваивает бомба. Спасибо, да. Это заманчивое предложение, но у нас и так бомб дофига. Их просто физически девать некуда. Физически некуда засунуть. Так, что я хотел сделать? Я хотел приобрести больше опций. Давай. Для боссов это очень важная вещь. Так, и наверное сначала надо пойти и завалить, соответственно, босса. Только после этого уже идти в... Как её там называют-то? Зубастую комнату. У нас тут кроватка есть, которая нам позволит поспать и восстановить здоровье. Так. Хорош. Так, ну либо булавочка, либо свинья. Конечно же, я возьму булавочку. Защитный мамин нож. Нет, я откажусь от этой штуковины как-нибудь. Постараюсь, по крайней мере. Так, стоп, давайте тут выйдем. Надо идти в зубастую комнату. Ну, а что еще поделаешь ты, соответственно, правильно? Только в зубастую комнату. Синий камушек, который я чуть было не просто упочил. Аж с двумя синими сердцами. Таким образом, подстрахуем сейчас черное сердце. Скидка. Приятная вещь. Однозначно приятная вещь. Не зря мы сюда зашли, по крайней мере. То есть, мы сейчас находимся с вами на втором подвале. И получается, на следующих уровнях у нас будет в магазине все по 7 или по 8 монет. По-моему, по 7 монет. Точно не помню. Но смысл вы поняли, да? Кофейку, что ли, хлебнуть, блин? О, да, тут светло. Это прекрасно. Оба! Я так и знал, что урон получим сейчас. По-любому. Иначе и быть не могло. Вообще, доктор Фестус, это не оригинальный челлендж, скажу честно. Вообще ни разу не оригинальный. Так, ну тут много всего. Тут хотя бы стоило покопаться. Так, 48 часов энергия. Еще одна карта с часами энергии. Ну хотя бы есть резон взрывать эти грибы. Практически. И я по-прежнему не знаю, что это за Ace Card. Я не получил урон. Не понимаю, даже не представляю себе этого. А, тут полет нужен. Без него никак. Хрен ли. Так, мухи. Мухи-цикатухи. Их ты ж, блин, падла. Я тебя тут по-ласковому цикатухой
А ты вон что вытворяешь, гнида такая. Называется, попробуй теперь найди. Вот сволочь, а. Так, минус одна. Да вы чё? Звери, что ли? Да мне это надоело. Мы долго так плясать-то будем, а? Чучело. Зашибись вообще, одно здоровье осталось. Прекрасно. Да ты издеваешься, что ли, мерзость летающая? Вот гадюка, ты подумай. Так, а почему боевая комната от нас закрыта? С какого бодуна? Ну, с этим мы сейчас сами разберемся. Типа того, да? Ой. Ну и комната. Ватсон. Так, зачем... Мать твою. Зачем я перешел? Зачем я перешел в другую комнату? Ну, блин, кто просил? Сам же отвечай на свой же вопрос. Никто. Логично. Я не знаю, как я только что это сердце подобрал. Но я это сделал, да. Еще прибавок мы другое сердце нашли. Так, тут секретка может быть где? Нет. Тут? Да, вот она. С кучей-кучей сердец. Прекрасно. А тут? И тут тоже. И сразу тебе и секретка, и супер секретка. Хорошо. А две монеты нам еще откуда взять? Надо. Надо очень, причем. Очень две монетки нужно, чтобы в магазин попасть. Да, однозначно. Ой. Типа того. Но эти бомбы реально полезные. Все, у нас с вами достаточное количество монет есть, чтобы посетить магазин. А в магазине, возможно, мы найдем что-нибудь полезное и нужное для нас же. Хорошо. Боевая комната, что нам предложишь? Ничего полезного. Оба. Гадина. Все-таки успела по нам попасть, ты подумай. Так. Что-то тут с бомбами связано. Но я почему-то не хочу ничего из этого подбирать. Шушера, она и в Африке шушера. Нахера она, правильно? Так что не будем рыпаться и пойдем к боссу. Потому что вряд ли здесь что-нибудь еще интересное есть. Вот на боссе, если это не всадник, конечно, и не красный червяк, ну, а нормальный босс. За него, кстати, могут что-нибудь дать полезное. Слушайте, хорошая бомба. Ух ты, гад. Все, готов. Снова монетки. Так, сквизи. Или же отравляющий эффект. Сквизи, я не знаю. Давайте возьмем отравляющий эффект. Хотя бы, да, вот у нас теперь бомба. Периодически будут ядовитые. Это действительно полезно. Все, идем дальше. Вот, отлично. Вот эти твари, я их не люблю. Они неприятные, но их можно легко завалить, если у вас много-много бомб. Или каких-нибудь лазеров, или что-нибудь наподобие, вы поняли, да? И почему-то, по какому-то странному стечению обстоятельств, нам еще ни разу не дали апгрейда на урон. Что немного как-то грустно и обидно вообще. Так, подходите, не собираюсь к этим ублюдкам. Пускай он там спамит дальше себе. Ну, паучок вот такой вот, это лучше, чем лондонское такси, из которого все двое вываливаются потом. Гребаные пассажира. Понятно. Это называется, я зашел, чтобы получить тупо урон целое сердце, да? Причем синего сердца. Окей. Блин, прям дилемму какую-то делают. Оба, вот так-то аккуратненько прошли.
А я-то думал, что мы сейчас тут найдем что-нибудь в грибочках, какие-нибудь пилюльки. Это красота прям какая, слушай, великолепно. Так, у нас есть рерол. Зачем я взял это? А, нет, хоминг шотс, это самонаводяшки. Вообще шикарно. Так, ну чё, игра резко стала интереснее. Причем как на глазах. Бомбы теперь сами находят товарища. Император телепортирует в комнату босса. Ну хорошо, что это за эскерт? Что-то непонятное. Какая-то хрень. Странная причем совершенно. Стоп, подождите. Нет, похоже, секретки тут никакой нету. Ей даже не пахнет. Ладно, тогда пойдем в другое место, соответственно. Почему бы нет? Вы издеваетесь, что ли? Не понял. Вот так вот. Вот так правильно. Я, кстати, понял, почему. Вот у нас с той стороны пропасть. И поэтому там, естественно, речь не может идти вообще ни о какой секретке. Это все более чем логично. Кстати, монетки мы с вами же фактически собрали на второй магазин. Что прекрасно. Это вообще шикарно. Тупо не нужно целиться теперь. Бомбы теперь сами находят своего нового товарища. Это определенно радует. Так, гемостазис. Не самая лучшая карта. Гемостазис выгодно использовать, когда не так уж и много, соответственно, здоровья. Там полсердечка, сердечко. Вот тогда да. А когда полное здоровье, лучше гемостазис не использовать. Как бы это факт. Достаточно рациональный. Блин, бомбы быстро взрываются, не успевают дойти до ублюдков. И наводятся очень медленно, слишком, я бы сказал даже. Вот прекрасно, еще сверху, по-моему, кто-то там остался. А вот теперь реально нужно подербанить грибочки. Грибочечки. Потому что в них, возможно, мы что-нибудь найдем. 48 часов энергии, да. Это то, что нужно. Тара, чё? Пойдем сначала к боссу. Ой, падший. Блин. Знаете что? Во. Слушайте, вообще тема. Самонаводяшка-то. Так. Все статы регулируются. Или возможность носить больше тринкетов. Блин, не хватает. Не хватает. Нужно зареролить. Нужно обязательно зареролить. Причем реролить можно и здесь тоже. А, блин. Такие дела, да? Ну, хорошо. Давайте мы сейчас тут нанесем урон этим товарищам. Вообще считаю то, что с кубиком игра преображается и становится более грамотной. Так, таблетка, чтобы все забыть. Или эффект стомпи. Ни то, ни другое меня не привлекает вообще. Поэтому пойдем-ка мы забирать карту нашу. Наши часы энергии. Нам это все пригодится. Кубик это всегда такая, знаете, непредсказуемость. Ты ни в коем случае не знаешь, что будет дальше. И это круто. Это такой эффект нежданчика. Оу, такое грустное, одно такое одинокое черное сердце. Просто так валяется. И никому не нужен, никто его не трогает, никто его не хочет. Так, паучок явно не хочет к нам в объятия идти. Ну да и фиг с ним. Я думаю, мы, кстати, еще даже у нас вместе с 48 часами энергии может накопиться еще даже для третьего захода вариант. Чтобы найти чем-нибудь такое реально крутое. Какой-нибудь димджаб. Допустим, как вариант. В идеале, конечно, лучше самому накопить на реролл, зареролить, что-нибудь полезное получить. Только так. Ты слышишь? Хватит уже. Ой! Тролль-бомбы не надо. Не надо тут тролль-бомб. Магазин, да. Магазин мы здесь уже посетили. Так что нормально. Так что нормально. Но я же вам говорил про реролл. Еще две комнаты нужно. Блин. Называется ни себе, ни людям. Ладно, что здесь. О, сколько монеток, ты гляди.
вообще шикарным. И одна комнатюшка осталась для того, чтобы зареролить все как надо. Ну, идите вы в попу. Иди сюда. Вот так. Все. Да и к тому же мы с вами по-хорошему все открыли. Мы в зубастой комнате были? Мы были в зубастой комнате? Нет, в зубастой комнате мы еще не были. Давайте мы туда вернемся. Так. Потому что... А, это не зубастая комната. Это босс комната. Вот оно что. В магазине мы здесь тоже успели побывать. Мы там все зареролили, получили хоминг шотс. Самонамодяжки те же самые. Прекрасно, вообще просто великолепно. Очень сильно все это радует. Ну что? HP up или же больше урона? Давайте больше урона. Нет, шот спит, а твою мать! Что я взял? Ну ладно, мы хотя бы теперь шпарить можем бомбами. Солнышко. У нас есть либо солнышко, либо 48 часов энергии. Ай-яй-яй-яй-яй. И, кстати, секретку... А, секретку мы с вами открыли. Или это была суперсекретка? По-моему, это была суперсекретка и даже необычная секретка. Не знаю. Ладно, обойдемся без солнышка. Как-нибудь. Да. Если бы там был золотой сундук, я бы еще подумал, что с этим делать. А так, нафиг. Ну что, надо пользоваться скорострельностью, которую нам дали. Фиг ли откладывать-то, правильно? Бомбы я подбирать не буду, потому что смысла практического в этом нету никакого. Блин, это какое-то издевательство. Но все пытаются здесь убить и нагнуть. Это неприятно. Это тот факт, который можно назвать неприятным. Что все пытаются изнасиловать нас и морально, и физически. Но это же Айзек. Что еще поделаешь? Тут никак иначе быть не может. Да как ты, блин? Себе же. В свою... Тихо-тихо. Блин, чуть на свою бомбу не налетел. Вот она вся прелесть доктора Фетуса. Что ты всегда в анусе, что бы ты ни делал. Вот что ты не наводишься? Как будто этому пауку там медом намазано. Он к стенке приклеился, ему хорошо. Вовремя. Секретка? Да. Причем это, наверное, супер секретка. Понятно, мы можем попробовать зареролить. Можем попробовать тут хитро вот так вот. Полет. Да. Вообще великолепно. Вот вам и польза от кубика. Кубик, как я и говорил, это непредсказуемость. В большей степени это приятная непредсказуемость. То есть всегда есть стимул. Ох ты ж, твою мать. Еще и демонического попрошайку с собой взяли. Ну, что поделаешь. Сколько всего, ты гляди. А в магазине мы тут еще, соответственно, не были. У нас есть 48 часов энергии. Это, соответственно, 2 целых. 2 гребаных рерола, друзья. То есть можно зареролить теперь много чего. А мне теперь шипы не страшны, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все прекрасно. Опа. Нам надо повышать урон, да, чтобы мы могли убивать всех с первого выстрела, потому что, ну это правда, это паскудство. Такое ощущение, как будто мне семечками кидаюсь. Ой, хороший кофе. Охерительный, блин. Зайца бомбу кинул. Это не дело. Это не тема. Так. Ну-ка. Отдыхай. Чё ж поделаешь-то, блин? Ух ты ж, блин, сколько тут такси-то лондонских. Зеленоглазое такси, не тормози. Так, вот все. Меньше слез. Да вы шо? Шутите, что ли? Я теперь не могу так быстро стрелять, да? Это вынуждающее обстоятельство. Вы понимаете? На! Вон гадость-то летающая. Это все никак не отвяжется от меня. Уйди. Комар противный. Опа. Не-не-не-не. Нет. Все.
отставить тиранию. Синие камни. Синих камней тут нету. Давайте тут поставим бомбу. Ничего там не оказалось. Я думал, может, мало ли секреточка будет или чем-то такое в этом духе. Нет, игра решила, что нету там никакой ни секретки, ни хера. О! Зато мы, походу, суперсекретку нашли. Так, да вы чё, блин, терминаторы, что ли, я не понял? За сколько можно-то кидать-то вас бомбы? Совсем полоумели. Дыхайте. Босс? Ну, к боссу можно взять. Ой, сколько пилюль-то, ух ты, сколько у нас-то энергии. Гемостазис, откажемся. Больше здоровья, да. Больше удачи, да. 48 энергии, что это гемостазис. А это больше слез. А, у нас же был тирсдаун, а теперь у нас снова больше слез. Великолепно, можно теперь реролить до потери пульса. Да ты что ж ты, блин, падла такая. Оу! Да ты душный колобок. Мои бомбы тебя найдут, куда бы ты не пошел. Да что ж ты, блин, творяешь ты, гнида. Да ты слышишь, как ты купить. На. Прекращай. О, ой, да. Блин, какое же говно от него осталось. Нет, ни то, ни другое меня не устраивает. Опять-таки не хочу. Не нравятся мне все эти знаки зодиака. Это опять тоже хрень какая-то. Вот это, по-моему, нормальная вещь. Да, больше скорости и DMG up. Великолепно. Вот действительно пригодились. Пилюля. Пилюля. Даже можно так сказать, магазин. Нам надо срочно найти магазин. Обязательно причем. Куда же без магазина, правильно? В магазине может быть что-нибудь ценное. Теперь бомбы я буду собирать. Пригодятся. Херли, почему нет? Так, на. На, папа. На что я только что влетел? Не понял, урон получил на ровном месте вообще. Просто ни с хера собачьего. Так, свечка, это иммунитет к проклятиям. Может взять? Вопрос хороший. Давай возьмем. Так, еще больше слез. Да. Еще ключ возьмем. Ну и так уж и быть, сердечко пускай будет. У нас первая пещера или глубины. Так что, да, все. Мы все нормально сделали. Все сделали правильно. Так что можно теперь, по сути, идти на другой уровень с чистой совестью. Урон у нас стал побольше, но не намного. Мы повысили скорость, скорострельность. Так. Ну, конечно же, босс-комната для нас закрыта. С хераль собачьего должна быть открыта. Оу! Полегче. Эй, ты где? Ты где? Да что ж ты меркаешь ты тут, как этот шарик хрустальный на танцплощадке. Секретка! С чего я взялся, что там секретка должна быть? Ну, с того, что я понадеялся, что можно будет попасть в босс-комнату. Просто так, фактически. Ни с хера собачьего. Так. И иди отсюда. Потихоньку заряжаем наш рерольник. Так, 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 отставить. Искал отставить. Вот душные ребятки, ты подумай. Что это такое? Магия, у нас и так магия. У нас дохера магия. И вообще мы волшебники. Так. Снова 48 часов энергии. Слушайте, тут можно будет сыграть. А потом зареролить, если что. Твою мать. Сами же влетели на свою же бомбу. Это профессионализм высшей степени, вы знаете. Оу. Слушайте, вы меня реально достали, ублюдки. Ох, тихо. Все нормально. Так, рерол успешный. Значит так, да? Конечно же. Так, потом.
А нет, меня такой братик не устраивает. Зуб монстра не устраивает. Да, давай. Теперь у нас две бомбы. Нет. Теперь у нас... Непонятно, короче, теперь что у нас. Но в любом случае мы зарядились. Так что нормально, окей. До короля мух нам, конечно же, далеко. О, секретку нашли, ты подумай. На ровном месте, фактически. Что весьма приятно. Так, но при этом мы еще не успели побывать в магазине, верно? Так, у нас тут мамочка. Мамочка, это нехорошо очень, причем. Ах ты, падла! Она меня похитила! Прям как невесту. Украла. Вот бестия какая. Ты ж подумай, что-то происходит в датском королевстве. Ну чё, из принципа пойдем? Не, мы из принципа в другую сторону пойдем. Там, может быть, магазин будет. Нет, не магазин, но кое-что другое. Опа! Давай. Так, у нас теперь бомбы просто сумасшедшие абсолютно. Полный неадекват. Знаете, я сейчас понял одну вещь. Одну простую истину, что мне необходимо выпить кофе. По такому случаю, да? Хорошо. Хорошо, это точно, это не получится сделать быстро, пройти этот челлендж. Ох ты ж, нихера. Это что произошло только что? Это что за светопредставление было? Что-то грохнуло, пернуло, свистнуло. Тролль-бомба откуда-то вылезла. Вообще жесть. Что происходит здесь? Я вообще не понимаю нихера. Тут что-то какая-то мистика происходит. Вроде стреляю бомбой, какая-то война происходит вообще на карте. Не пойми чё. Блин. Ну ладно. Хорошо. Это типа тонкий намек, даже говно посинело от такого. И пожелтело от таких новостей, да? На! 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 Так, у нас есть возможность... Получить рерол халявный. Ага, решил воспользоваться я. Буду, короче, до посинения реролить, пока палец не отреролится у меня. Понятно? Ишь вы засранцы, что вы творяете? Вот все. Ну что, пошли реролить тогда. Фигля. Прокалывающий выстрел. Не то. Да. Так, у нас теперь мухи становятся больше. Что это за пилюля? Меньше удачи. Ну, спасибо, блин. Просто охереть, как полезно. Ладно, у нас еще теперь 4 рерола есть. Я тебя подзорву. Будь добра. Позволь. Да. Не зря. Сердечко... Ой, стоп, красный ты чё не взял? Вообще, почему я красные сердца не беру? У меня чё, дефицит? Ой, этот, как там, излишек, что ли? Я не понял. Я так пролетаю на расслабоне, типа, о, да нахера они мне нужны, да? Зачем брать красные сердца, когда персонаж скоро подохнуть может? Так, опять что-то произошло странное. Не, ну я понимаю, что это просто у нас бомба, короче, детонирует, они особенные. Это волшебные бомбы. От Гарри Поттера. Так, осторожно. Вот если останется скидка от этой жадности, то можно будет поговорить с ней о чем-то. Нет, от нее ничего не осталось. Это особенная жадность, у которой нихера нету за душой. Вообще. Это злая жадность, нехорошая. Которая, ну, вообще ничего не хочет делать абсолютно. Она просто тупо нападает и агрится. И вообще злая-злая. Фу, такой быть жадностью. Херофант, да. У меня там за окном книги, ой, книги, фу, крики слышны. Там кого-то режут сейчас и убивают. Не обращайте внимания. Вот, такое частенько происходит. Это все вполне естественно. А тут что? Опять какая-то головка.
необычная головка. Головка без уздечки. Мамочка, не смейся. Тут ничего не смешного. Да ты, блин. Да ты, блин, шутишь, что ли? Сколько можно? Блин, вообще херело. Же вообще просто без страха, без суть. Так, стоп, в магазине уже побывали, да? Да, мы в магазине уже побывали, слушай. А по сути-то больше реролить нечего, это надо к боссу идти уже. Ой, у нас же мамочка будет, ёлопала. Айзек! Опа! Слушайте, я не знал то, что можно реролить. Офигеть. Всякие полароиды. Ну что, возьмем сердечко? Героический успел, это половинка почему-то. Куда делась остальная половинка черного сердца? История умалчивает. Она была ехидно сожрата. Непонятно кем. Непонятно зачем. Опа, 48 часов энергия. Твою мать, не то нажал. Короче, ладно, если что, вернемся. Хотя, что я творю-то, блин, какой вернемся-то? С собой надо брать, тут пипец вообще происходит полный. Ну чё, как я подбираться-то сюда буду? Гениально. Так и знал, что вляпаюсь. Час от часу не легче. Просто жесть. Ну-ка. Вот так вот. Секретка тут может быть? А да, вот она. И снова батарейка. Вы издеваетесь все? Не понял. Мне теперь эти батарейки девать-то некуда. У нас и так уже заряд мог... О, теперь есть куда девать. Так, теперь надо покончить с этими ублюдками, которых здесь что-то очень много. Так, грибочек этот великолепно. Давай. Вот так вот. Health stats up. Так, и... Чё, давайте мы сейчас воспользуемся. Вот так вот. И у нас, по-моему, еще одна батареечка есть. Блин, какое-то говно. Давайте мне уже нормальный предмет. Чё я тут катаюсь туда-сюда? Как таксист, блин, на подработке. Бомбят. Блин. Вы достали. Да что за говно-то? Это, твою мать. Не. И блин. Надо было брать, когда было актуально. Да. Теперь пускай будет братик. Похеру. Сейчас накопим еще на рерол. Тут все зареролим. Всех зареролим. Ну теперь хотя бы эффект некрономика она может появиться. Это тоже прикольно. Опа, опа! 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 Опа, она. Ванька, дринца, губ, цаца. Че происходит вообще? Какой-то Call of Duty на экране творится. Так, меньше слез, ну зашибись вообще. Это не то, что нам нужно, спасибо. Как я понял, босс у нас будет находиться где-то в другой комнате. Если вообще не в другом измерении. В гребаном астрале, блин. Попробуй теперь найди эту гниду. Да на! Все, готов. Да на, жри. Жри! Падла. Устроили тут дискотеку. 80-х. Так, надо успеть зареролить, короче, все. Ух ты, тролль. Так, давайте синенькие сердца. Вот, все отлично. Эта комната себя уже оправдала. Да, точно. Хотя потратили синее сердце вместо черного, это уже радует. Опа-на! Слушайте, кубик. Кубик можно взять, а можно зареролить. Я возьму его, потому что это лишняя защита от мух. Пускай будет. Почему нет? Ах ты же, подонок! Проспамили это ублюдочки. Так, этот у нас толстопуз. Ну и чего? Я тебя сейчас заблюю своими же бомбами, если это возможно вообще. Так, и пикак. И пикак.
И пикак, да. Нет, это химика упилюль. Химика упилюль. Конечно, выразился просто героически. Опа! Успели проскочить, что это некрономикон, твою мать. Wheel of Fortune. Давай. А вдруг он нам даст тринкет какой-то хороший? О, счастливый палец, все. Этого, в принципе, вполне нам хватит. Тринкет брать не будем. Ой, фу, таблетку брать не будем. Тупо игнорируем и идем дальше. Вопрос только, докуда нужно дойти с этим совсем безобразием. Просто как бы не знаю, у меня мыслей даже нету. Так, отдыхай. Прокалывающие выстрелы нам не нужны. Сколько у нас урона? У нас урон резко повысился. Ой, 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 маман. Ой, мамочки на руки. Ой, 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 повылезали. Ох, нехорошо. Ты подумай. Тут все проспамил сейчас тупо. Просто офигеть. Все. Красавцы. Но, опять-таки, ничего интересного здесь нету, как правило. Так. Нормально так начали. Влетели, тут тупо всех расстреляли, короче. Как из Томпсона автомата, только вместо пуль бомбы. Какой-то сюрреалистичный херень несу. Как автомат Томпсона, только с бомбами. Что надо еще придумать такое? Давай попробуем. Ой, ты не зря. Голова козла, это хорошо, я даже реролить ее не буду. Хотя можно. Давай. Я не знаю, что это за вещь, но я возьму ее. Напишите мне в комментариях. Потому что что-то я не в курсе. Ну что теперь делать-то? Теперь реролить надо. Еще больше реролов. Опять маман. Иди, твою мать. Так, прекрасно. У нас тут еще секреточка открылась. Может, скорость повысить копыта? Откажемся. Больше здоровья. Больше здоровья. Оу, щи. Что происходит? Охереть можно, ребятки. Ух ты, блин. Тихо ты. Это как бы нам невзначай два ключа. Я думаю, что это заслуга все пальчика. Что-то с уровнем произошло. Ну чё, рерол, да. Набрали мы. Скорее всего, вверх придется топать. Нет, я удивлен, признаюсь честно. Я поражен в самое сердце. Ребятки. Монет до хера. Дюх! Не надо. Монет до хера, но девать-то их некуда. Куда я их засуну? Когда они уже не актуальны здесь. Не, ну может, конечно, есть шанс, что мы магазин найдем, но не больше. На. Неплохо, опа, говно. Да на тебе, ублюдок такой. Интересно, урон от огня они получают или как? Вот нихера себе, конечно, мы их тут проспавили. Все. Вот и вся мамочка. Оба. Лапка Гаппи, говно Гаппи. Слушайте, а может быть взять? Все-таки есть шанс стать Гаппи. А с другой стороны, а нужно ли нам это вообще или нет? Да, нужно. Да. Или нет? Или да. Мы в сундук вообще пойдем? Или тут достаточно будет синенького ребеночка завалить? Не знаю, не знаю. Давайте мы с вами, наверное, пойдем на сундук и оставим все при себе. Потому что рискованно. Рискованно очень. Потому что мы, может, и не пойдем на сундук, правильно? А может и пойдем. А если пойдем на сундук, то нам нужно больше здоровья. Тут все не просто так. Блин, еще эти мотоциклы гребаные. Байкеры-головки. Блин, еще мамаша, как назло.
Вот здесь вот можно, конечно, их всех и завалить. Да еще не зря. Еще проход открыли. О, хорошая штука, на самом деле, признаюсь честно. По-моему, мух спамит вот этот червяк, вот этот слизняк. Вроде так. Ой, ты, блин, твою мать, народ. Вместе! Блин. Твою мать. Че происходит вообще? Че? Творится невообразимое. Так, давайте мы будем набирать уже синенькие сердца. Опа. Зачем это сделал? Херофант. Оставим пока, пригодится. Четко. Больше удачи. Да ты издеваешься, да мать твою. Давай, короче, мне секретку. Вот так. Гемостазис, не. О. О! Speed range up. Прекрасно. 48 часов энергии. Да, давай. Вот так вот сделаем. Нормально. Самый оптимальный вариант, чтобы что я взял. Еще luck up. Еще больше удачи. Вообще шикарно. Еще? Ой, ты, блин, зачем туда пошел? Твою мать, мы же тут были. Ой, что я натворил. Я себе тупо здоровье потратил на ровном месте. Что это за пилюля? Меньше удач. Нет. Откажемся как-нибудь. Ох. Так, наша задача сейчас от мамочки убежать. А, блин. Ух ты, нихера себе, какие у нас. Я только сейчас, блин, какой же я слоуплок, слушай. У нас такие прекрасные бомбы, а я им не пользовался ни разу. Такой, да. Такое только со мной случается, наверное. Что я только уже на последнем уровне узнаю, что у нас, оказывается, супероружие есть. Это гениально было только что. Что-то как-то часто сундуки попадаются. Это не то ли вещи, которые мы взяли в сделке с сатаной? Я даже не знаю, слушайте. Так, вы мне это, сердечки-то что не даете? Понял, что за херня? Да, это похоже от той штуки в сделке с сатаной. Возможно. Вообще ништяк. Меньше дальность. Нахер, нахер. Еще больше золота девать некуда. Оба! Это как так? И главное, ничего не осталось после этого пидора жирного. А, все, босс? Давай. Ты, блин, достал. Чуть, блин, да все равно налетел на шипы. Ты издеваешься, что ли, мать твою? Так, надо аккуратнее быть. Я что-то совсем уже расслабился, слушай. А, все? Все, даже до сундука не надо идти. О, окей. Что ж, друзья, надеюсь, вам данный выпуск понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.